Две коляски, одна из них на два места, покупки почти оптом, восхищенные, а порой и удивленные взгляды окружающих и забытое чувство, что такое тишина. Это не полный список радостей мамы тройняшек, брещанки Ксении Кахнюк. Когда УЗИ показала тройню, родственники, друзья и сама девушка были в состоянии легкого недоумения, которое впоследствии трансформировалось в состояние полного тройного счастья. Там папа говорил, что где-то очень прям далеко были какие-то двойняшки или близняшки, но такого прям вот такого вот, ну, не было, как бы три, для них это для всех был шок какой-то. Ну, для меня, конечно, тоже, ну, ничего. Все растут, все прекрасно себя чувствуют, все хорошо. Много лежало в больницах на сохранениях, то есть все врачи пытались перестраховаться, просто отправляли, чтобы, ну, как бы... беречь. Ну, и хорошо, даже позже срока, чем не ставили, родила. Майя, Ева и София. В такой очередности малышки попросились на свет в прошлом году, 26 сентября. Девочки родились здоровыми, но из-за маленького веса требовали дополнительного медицинского внимания. Сегодня они ничем не отличаются от других детей. Бодрые, активные и позитивные. Тихими и спокойными их прогулки не бывают. Кто-то из девочек радостно покрикивает, кто-то может и повозмущаться. Все требуют внимания. Каждый свой характер, абсолютно. Каждая. Одна берет игрушку, вторую надо забрать, третья подойдет тоже, потому что ей тоже надо эту игрушку поиграться. Все вот за одну. Ну, я надеюсь, когда подрастут, уже такого не будет, потому что как-то не хочется, чтобы они каждая за одну игрушку дрались. Каждая показывает свой характер, каждая. Они друг на друга смотрят, кто-то плачет, начинают и они это делать. Ну, повторюхи маленькие, посмотрим, что будет дальше. Интересно. Папа малышек всегда на работе. Оно и понятно, нужно обеспечивать сразу четырех дам. Помогают в воспитании и бабушки. Они не любят говорить о сложностях, а с воодушевлением рассказывают, насколько разные не только внешние, но и внутренние их девочки. Они совершенно разные характеры, и внешние они разные. Вот кажется, я не знаю, все говорят, что похожи. Я смотрю, ну никак они не похожи, они вообще разные. Ева-то даже и близко, еще там София, допустим, с Майей немножко похожа. Ева похожа на маму, София на папу вылетая, а Майя у нас смесь такая между папой и мамой. Главное, дружная, чтобы отдыхали всегда вместе, как бы развлечения, все воспитывали детей, не так, что на самотек, как говорится, чтобы они посещали все, что можно, как говорится, чтобы у них было будущее счастливое, здоровые, скажем так, и остальное все приложится. Многодетная семья Кахнюк пока живет вместе большой семьей. Собственного жилья нет. Но решение квартирного вопроса на финишной прямой. Через полгода они переедут в собственное новенькое жилье. Еще одно событие ожидает семью совсем скоро. Майю, Еву и Софию будут крестить. Возможно, им дадут имена Вера, Надежда и Любовь.